Впереди майские праздники, а значит, время загородного отдыха. Для тех, кто планирует сменить квартиру на дачный участок, стартовала традиционная выставка «Ваш коттедж». В этом году свои новинки представили больше 120 отечественных компаний. О том, какие сюрпризы ждут посетителей, в сюжете. Бетон, который легко сверлится и пилится. Увесистый блок неприподъемным кажется лишь на первый взгляд. На самом деле оторвать его от земли может практически каждый. И крепеж при этом никуда не денется. Строительный материал будущего – газобетон. В Экспо-Волгу привезли прямиком из Саратова. На выставке «Ваш коттедж» завод ДСК «ГРАС» представляет свою продукцию в очередной раз. И самарцы уже успели оценить ее качество. Удобный материал в его использовании. Легко пилится, легко обрабатывается. И прочный. Мы, в принципе, испытали его, попробуем, выйдем цепочку. Ну, буду рекомендовать этот материал. По душе он придется и тем, кто чутко спит по ночам. Газобетон обеспечивает идеальную звукоизоляцию, а пористая структура позволяет стенам дышать. Но самое главное, в зданиях, построенных из такого материала, прохладно летом и тепло зимой. Новинка завода – газобетонный блок плотностью D400 и прочностью B2,5. Наше производство, наши работники, наши технологи сумели добиться того, что теперь этот материал выпускается не только как теплоизолирующий материал, но и как конструкционный. То есть из него можно возводить уже жилые дома с высотой до 2-3 этажей. К слову, строить из газобетона не только удобно, но и выгодно. Из-за легкости материала нагрузка на фундамент значительно снижается. Требуется минимум несущих конструкций, а это значит, себестоимость строительства гораздо ниже. Всего выставка «Ваш коттедж» в этом году объединила больше 120 компаний. Посетителей ждет немало сюрпризов – конкурс барбекю и розыгрыш призов. Это еще и обширная деловая программа. 25 мероприятий, если быть точными, будет проходить в течение 4 дней работы выставки. Все эти мероприятия посвящены вопросам малоэтажного жилищного строительства во всех ее аспектах. Посетить выставку «Ваш коттедж» можно до 24 апреля. Мария Акимова, Сергей Костин, Новости губернии.